Москва против ЦСКА. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Играет он на партнера. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Иван Обляков. На чужой половине прессингует соперник. Москва против ЦСКА. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Играет он на партнера. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Иван Обляков. На чужой половине прессингует соперник. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Москва против ЦСКА. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Играет он на партнера. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Иван Обляков. На чужой половине прессингует соперник. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Москва против ЦСКА. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команды действительно играют сегодня очень интересно. Играет он на партнера. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Иван Обляков. На чужой половине прессингует соперник. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Москва против ЦСКА. Очень хорошую игру предстоит нам увидеть, Георгий. Команда.